Так, бокал едет. Гитару убрали там. Игоречек. V8 рулит. V8 рулит. Отпало. А не, якорь выпал просто. Ничего не отпало, все. Все нормально. Близок был я к перевороту. Игоречек, не бойся, я с тобой. Спасибо, друг. Привет, Сай, Вань. Идет интернет. Вот и пошел в кругам. Подожди, подожди, подожди. Вимату! Вимату! Я на себе глячу! Не вимату! Давай! Вимату! А давай! Пошла! Переговорки через окно. Тяни. Серега, эти настолько суровые, у них даже переговорка через окно просто идет. Да. Или через Серегу. Или через Серегу, да. Хорошо. Давай. За. Ты пыл? Смотри сюда. Смотри, маякующий пока не даст отмашку, ничего не делает. Натяни, натяни. Стоп, стоять! Стоп, стоп, стоп! Пошел! Пошел! С колесами! Сюда, руку, сюда! Перебедочкой пошел! Влево, руль! Давай, по колесам! Колеса, бывай, колеса, бей, колеса! Еще дай, чуть-чуть, дай! Давай, нормально! Да! Гнилой кевлар не выдержал. Вот так мне залепило лицо, кто-то тут лебедился. Леня. Игорь, я на тебя все бабки поставил, ё-моё. Вот ты. Оп. Вымотай наверх, а потом туда просто. Центр тяжести понизили прилично по сравнению с тем, что было. Опустилась машинка. Эти все разными методами идут к успеху. Игорю Лапландеры не нравится. Высоко переворачивается. Плюс цены на запчасти там. И он их снял. Поставили V8. Ну, на Jeep Sprint, конечно, машина серьезная будет. Так, оборвалась недалеко от начала. Не знаю, узел выдержит или нет, оно все скользкое. Влад вяжет. Только подтянул и колесами давай, руль сюда влево, руль выкрути влево, сюда. Подтягу чуть-чуть. И передачу вставляй колесами потихонечку. Пошел. Лебедкой и колесами давай. Лебедка, крути. Пока. Во-во, пошла. Давай. Во-во-во-во-во. Оп! Ушел! И колесами помогай! Надо тянуть! Да нет, там она на барабане! Посмотри на барабане!
Да. А сложусь. А ну раз, дай, ребёнок. А давай. И жестко натяни, намотай ее влево-право, чтобы сама себя зажала. Давай. Давай, хотя бы мотай, мотай. Поднатяг, влево-право, жестче. Давай, натяг, тяни. Влево-право. Проскальзывает на барабане трос, сейчас может зацепиться. Передача. Колесами помогай. Влад, уходи. Колесами. Помогай, помогай, колесами. Колесами. Красавчик, просто красавчик. Вы видели, как было сложно, но он, не знаю, теперь что времени хватило. Но тут, в принципе, на обратную дорогу дальше не сложно. Сколько еще? Еще 6 минут еще. 6 минут еще, в принципе, хватает. Да, были уже на грани провала, когда порвался трос. Давай 6 минут еще, быстрее. Серега, подгоняй. Так, Рома там идет. О, это интересно. Кино, интересно, после Нивы. Будем отсюда смотреть. Вот это место самое опасное на том спецучастке. Мы Ниву увидели. Это фантастика была. Пошел на ключевой бугор, интересно, выпрыгнет на него. Нет, друзья, там только Нива может. Ох, он и жесткий, 3,5. Вот рассказывает пусть кто что хочет, что такое Нива и что такое все остальное. Вот вам простой пример. Наглядный. Так, Игоречек. Иди сюда, наверх, направляй его. Давай. Так, Игорь. На финишную прямую сейчас будет выходить. Давай. Оп. Влево. Право назад. Влево. Давай, коксу нормально. Да он выйдет. Хорош. Все. Плавно переходишь и там выскакиваешь. Влево. Давай. Красавчик, успевает. Якорь где? Успевает. А, там якорь, там. Тут уже не должно быть вопросов. Молодец, тут хорошо. Поборолись, да? Плавно. Вот
Да. Красавцы. Решает обороты. Да. V8 решает. Отбили, отбили. Вначале выключи. Замерзли. Так, там падают деревья. Нива, наверное, так как не проехала Нива, ни одна машина не проехала. Тут и котлетам было сложно всем. Тут и тренер бегает рядом. Давай, давай, здесь. Ты назад не пить. Давай, давай. Спасибо. Да, как тут Нива проехала, ты видел? Не, я там никогда стоял. Своим ходом везде, и туда, и назад, без лебедки. Не, такой же угадалый, как Будда Эксен, да? Все. Да, Нива четенько. А тут вес другой, все, машина не может зацепиться. Тренер, отходи, я фото сделаю. Нет, тренер сосредоточен на борьбе. Тянись, Рома, тянись! Глубоко, тянись, лебедки! Да, наверное, не впадешь, не пися, тянись! Все, хай стоит! Ты! И выход на финиш. Тоже тут сама зашла. Чуть тяжелее, но смог. Опа, с дверями проблемы. Двери закрыть. Вова, ну как, Вова? Вложились, нет? А? Вложились? Нет, половинка. Половинка? Да мы хорошо проехали, вот тут этот фишер типа стянул ногу вон так. А-а-а. Ну, я не знаю, как маленький пройдет, но нам фишер типа сделал этот сход вон так. И начало кренить. Короче, вы из-за фишера проблемы у вас? Ну, вообще да, всегда. Всегда, да. Да, снизу все по-другому выглядит, вообще такая жесть, тут сверху не так просто. Вова говорит, усложнилась трасса после Юры на Вранглере. Так, близок к экшену. А ладно, все нормально, мы завтра. А если не ударить, что-то меня попадет, смотрите, что попал. Да. Отсюда на край стал вообще заглох. Тут такие акустики. Тот самый корень, может, и хватит их. Жестяк. Колесо там весь в воздухе, заднее, правое все. Кустика не хватило. Якорь давай. Там вон дальше есть еще, но тоже слабое все. Дерево тут уже заваленное лежит. Прямо напротив меня. Да, такой старт, мама, не горюй. Стой,
стой, мое колесо, стой! А ну обратно, отдай, отдай, отдай! Отдай, в другую сторону. Отдай, она тебе не дает. Право! Давай! Ёханый бабай. Ёлки. Палки. Да, тут совсем все по-другому. Чем сверху смотришь, ничего не понятно. По большому счету тут все. Вертикальные обрывы. Сузуки на автомате. Красиво мотор очень работает. На здоровье. Ну, ничего. Ну, красиво. Жестко, да? Стой, куда ж? Зачем? Ёлки-палки. Это, блин, жесткий пилот надо. Обратить на него внимание, ёлки-палки, что он делает? Он равняет, ну, а, он трассу. Готовит трассу для следующих? Нет, вот, правее! Вот так, это вот дубасит. Какая крепкая витара у него. Давай! Ёлки-палки, заехал. Фантастика. Куда убегать, пацаны? Куда убегать? Назад чуть-чуть. И... Красавчик. Стой. Да, ну ходом идет везде. Блин, круто идет. Ну тут нереально, наверное, выпрыгнуть. Там в предыдущих местах было нереально, а он это сделал, непонятно как. Посмотрите, что делает. Все, ну, тут лебедочка и на финиш. Чем она не чела. Работа пилота.
Жесткий пилот. Тихо, отец Павло сзади подкрадывается. Павло попал в капкан. Петлю, знаешь, как это на кабанов ставят. Лебедка четкая. Когда? Вот следующий. Следующий Леня по этой трассе. Ого. Сейчас будет экшен. Я устал уже. Ходить снимать, оно стоит на секунду. Сейчас будет экшен. Подожди, финиш там. А финиш как финиш. Молодцы.